С самого рождения нам навязывают мысль о том, что единственный способ выжить в этом мире – это быть как все, получить образование и устроиться на хорошую работу. Это глобальный разгон, цена которому – миллиарды жизней, прожитых по чужой указке. Но сегодня, благодаря развитию интернет-коммуникаций, у людей появились совершенно новые возможности.